И зайдем в наш... Так, зайдем в наш Эйлер. Зайдем в папку Data Analytica, Part 2, статистика и стат семинар 2. И откроем. И теперь давайте сохраним себе копию. Итак. Мы можем сразу запустить первую ячейку и task 1. Подстреляем. У нас две мишени, по каждой из которой мы сделали по 50 выстрелов. Для каждой мишени мы сгенерировали свой набор данных с координатами X и Y, где начало координат будет являться центром мишени. Проанализируйте графики, какую мишень попадания более кучная. Ага, Для там каждого набора получается данных... Что пуль говорите? данных зайти. Пуль данных Получается получается зайти. сейчас зайти. Угу. Телеграм пишет в группе. Давайте попробуем еще одну ссылку скинуть. Допустимый идентификатор. Интересно. Лидана с нами? Здравствуйте. Да, здрасте. Окей. Так, хорошо. Мы открыли стат-семинар 2. Папки 2. В общем, у нас есть выстрелы. Да? Выстрелы. По 50 выстрелов по каждой мишени. И проанализируйте графики, в какую мишень попадание более кучное. Мы можем здесь сразу видеть. Здесь у нас, скажем, две мишени, но они как бы склеены, два графика. Итак, в какую мишень попадание кучное будет? Синий. Окей, да, отлично. Для каждого набора данных получите вектор наблюдения с расстояниями от центра мишени для каждого попадания. Сравните дисперсии для полученных массивов для каждой мишени, где дисперсия больше. Для каждой мишени постройте отдельный скатерплот, да? А на нем нарисуйте окружность с центром в начале координат с радиусом, равным стандартному отклонению расстояние всех попаданий от центра мишени. Получается, стандартное отклонение вы поняли? Окей. Отклонение среднего. А? По формуле находить, да, получается? Формуле находить. Да. Ну, если хотите представить, лектор не хотел спойлер давать, я, наверное, дам спойлер. Так. Вот. Где? С какой вероятностью мы можем встретить какие-то данные? Допустим, у нас здесь рост, да? У нас был средний рост где-то 170. И потом в правую сторону то, что больше 170, в левую то, что меньше. Если у нас стандартное отклонение, скажем, 11 сантиметров было, да? Вот стандартное отклонение это... Одно стандартное отклонение имеется в виду вот эта часть. Одно стандартное отклонение влево, другое вправо. Вот эта часть, если мы говорим, что нам помогает измерить стандартное отклонение. Если у нас стандартное отклонение равно 11 сантиметрам, мы можем сказать то, что 68% в этом диапазоне, плюс-минус 11 сантиметров от среднего. В два стандартных отклонения входит уже 95%.
процентов. Получается, два стандартных отклонения, это у нас будет здесь тоже 11, в целом 22. Получается, 95% людей где-то 170 сантиметров плюс-минус 22 сантиметра. Ну и третье стандартное отклонение, это уже вот почти 99,72%. Надеюсь, это немного понятнее стало. Это так и называется, да? Два стандартных отклонения или какое-то А, вот. название есть? Да, стандартное отклонение. Первое стандартное, сигма называется. Вот первое стандартное отклонение. Вот второе стандартное отклонение. Получается, если мы будем рандомно выбирать каких-то людей, с вероятностью 68% мы выберем кого-нибудь отсюда. Или если мы будем тоже рандомно выбирать, 95% вероятность, что мы выберем кого-то от, получается, со всего этого диапазона, можно сказать. О. Окей? Это уже статически доказано, да? Окей. Ну, об этом мы еще будем говорить, как вообще к этому пришлось. И да. Самое главное, вы понимаете, да, средний, если 170, стандартное отклонение 11, если сантиметров, то значит при одном стандартном отклонении, это значит, что 68% плюс-минус 11 сантиметров, да? 170 средний рост, плюс-минус 11, одно стандартное отклонение. Окей. Так. Теперь, да, вернемся к заданию. Что нам нужно сделать? Давайте посмотрим. Первое мы сделали, да, проанализируйте графику, в какую мишень попадает наиболее куча. Окей. Получается, у какого вам кажется то, что стандартное отклонение больше? У оранжевого или у Target синего? 2. Угу. У Да, оранжевого, почему стандартное? наверное. Такой оранжевого. Да. Угу. И в целом и дисперсия тоже у него будет больше, потому что дисперсия, в принципе, то же самое. Просто в квадрате. Получается, расстояние в квадрате. Ну, как говорил лектор, вы, наверное, поняли. Так. Для каждого набора данных получите вектор наблюдения с расстояниями от центра мишени для каждого попадания. Теперь, очень интересно, когда мы смотрели с вами, ну, в лекции искали стандартное отклонение, там была линия, давайте я здесь открою. Линия роста, сейчас. Вот он, средний рост, да? И отклонение от центра мы смотрели вверх и вниз, да? Здесь же мы будем смотреть на отклонение от центра, и у нас будет две оси. Будем искать, насколько, да, у нас есть две оси, и мы будем смотреть, насколько далеко от центра какая-то точка. Значит, мы будем использовать теорему Пифагора, да? Окей. Ну, давайте начнем. Мы должны будем для каждой мишени построить отдельный скатерплот, да? Окей. И для каждого набора определить вероятность попадания в область нарисованной окружности. И нам еще нужно будет сделать кружочек, да, с радиусом стандартного отклонения. Окей. Так, это, кстати, тоже. Плот, он что нам показывает? Здесь у нас он показывает x-axis. Здесь Y-аксис. Хотя это Так хисплот. это Нет, это... получается как мото, да? Как мото. А. По Раз... Y, по X. Вы можете, да, вот здесь увидеть то, что большинство ваших наших данных как бы вот здесь находится между этим и этим иксом.
координаты, между этими координатами. Получается, вот в этой линии между этими координатами x самое больше данных. Также здесь, если вы посчитаете, то больше всего точек находится вот в этом интервале y. Окей. Давайте мы запустим вот наш таргет, да? Он генерирует нам два сета по 50, да? У каждого будет x и y. 50 точек. Он делает координаты x и y. Здесь он сделает то же самое. Не запустили. Здесь он делает то же самое, только он умножит это на 3, так, чтобы оно было больше разбросано. Окей. Итак. Раз мы будем для каждого набора искать вектора наблюдений, да, с расстояниями, то давайте мы сделаем функцию. Например, вот у нас есть, давайте посмотрим, что здесь внутри. Вот у нас такие вектора x и y, координаты, да, каждой точки. И теперь нам нужно найти расстояние центра. Давайте мы сделаем так. Distance будет равно, да, квадрат по теореме Пифагора. Можем найти. Вот у нас есть таргет, да, наш таргет. Таргет 1. Или если мы будем делать функцию, давайте мы сделаем так лучше. Делаем нашу функцию. Скажем, analyze target, например. Да? И сюда у нас будет вводиться наш таргет. Получается вот этот array. И еще мы Можете, должны пожалуйста, будем. экран увеличить? И еще мы сюда будем Спасибо. добавлять вот такой access. Это нам поможет, это расчертить, сделать плот. Сейчас вы увидите. Окей. Получается, мы берем, сюда приходит наш NumPy array 50. С 50 точками, да, координатами x и y. И мы говорим, возьми оттуда все элементы от начала до конца. Ну, и мы можем указать, какой именно столбец. Индекс столбца. Это помните? Мы берем это в квадрат и прибавляем. Тоже таргет, то же самое. Единственное изменение, то, что мы будем брать элементы уже со столбца под индексом 1. Это понятно? Можно еще раз? Вот. Смотрите, у нас вот такой NumPy array будет. Да? И здесь каждый вот такой списочек маленький, это у нас координаты x и y. Мы говорим, зайди сюда, возьми все элементы. Помните, мы могли все элементы взять или несколько элементов взять с одного столбца. Мы говорим, возьми все элементы. С какого столбца? С нулевого. Получается вот. Возьми их в квадрат все и прибавь к элементам, ко всем элементам со столбца 1. Да, получится индекс 1 здесь. И это тоже он возьмет в квадрат, получается x в квадрате плюс y в квадрате. И все это в square root возьмем. И у нас получится дистанция. Дистанция для каждой точки от центра. Правильно? А умножить на 0,5 нам не надо? Ага.
Не, мы уже здесь взяли спойлер. Это Мы здесь взяли спойлер. А вот Окей. Теперь. получается, центр это x0, y0, да? Да, центр будет x0, y0. У нас здесь А вот как разве раз. там, где функция после скобок не должно быть двоеточие? Обязательно должно быть двоеточие. Да, спасибо большое. Так. Окей. Так, теперь. Есть такая у нас функция x-scatter. X-scatter, она нам поможет расчертить наш плот. X-scatter. Да, нам нужен scatter-плот. И что мы, какие аргументы мы туда даем? Мы опять можем дать вот эти аргументы. То, что мы хотим все элементы, которые соответствуют у нас x-координатам. Да? И координаты y тоже дадим. Получается, он будет их расчерчивать. Теперь что мы можем сделать? Еще мы можем, ну, добавить лейбл. Да? Хотя, в принципе, давайте лучше его добавим в конце. Итак, стандартное отклонение. На английском standard deviation будет. STD. Как мы можем найти стандартное отклонение? Через NumPy, да? От среднего вынимаем все эти элементы, то есть все числа. Но, кстати, да, формула будет, да, такая, от среднего отнять все числа, но у нас есть готовая формула, да? STD, и можем сюда наш distance, наш NumPy array сюда закинуть. Он нам что сделает? Он нам сделает еще один NumPy array уже с стандартными отклонениями, да? Хотя стандартное отклонение у нас будет для всех, оно будет суммировано. Поэтому здесь будет не NumPy array, а будет одна скалярное произведение. Точнее, скалярное число. Окей. Теперь нам нужно было еще сделать кружок. Да? Мы можем использовать PLT Circle. PLT Circle. И вот обозначим наш центр. Да? Обозначим наш центр. А круг с Потом большой обозначим. А? буквы. Циркл с большой буквы. Да, с большой буквы. И мы должны обозначить радиус. Чему у нас будет радиус равен? Стандартному отклонению. Правильно, стандартному отклонению. Максимум, да. Да, стандартному отклонению. Окей, давайте сделаем его какого цвета? Красным сделаем, да? И главное, чтобы он нам его не заполнил, этот кружочек, мы сделаем fill false. Окей. Итак, теперь, что нам нужно было найти еще? Дисперсию нам нужно было найти? Variance. Variance тоже можно найти Вроде как нет. стандартное отклонение. Дисперсию не надо было? Давайте найдем. Он там пишет, сравните дисперсии для полученных масел для каждой мишени. Значит, надо. Хорошо. Теперь, получается, мы сделали такую вот формулу. А Теперь, вот этот функцию, точнее, да. PLT circle 0,0, это что значит 0,0? 0,0 – это центр у нас. А, смотри. Центр круга, да. Так, теперь. И здесь, наверное, надо будет нам добавить X-Circle. Можем делать вот так. Artist. Artist. И здесь добавим Circle. Он нам добавит тогда кружок на наш плод. Окей.
Варианс мы нашли. Теперь, что пусть эта функция нам вернет? Пусть она нам выдаст варианс. Потом пусть она нам выдаст стандартное отклонение наше. И пусть выдаст нам дистанции, да? Мы же хотели дистанции. Окей. Окей. Теперь. Что сделаем? Сделаем теперь давайте плот. Нам нужно обозначить фиг и эксис, да? Фигуры и эксис. И тогда PLT у нас будет плот. Мы сделаем два плота, да? Один на два у нас будет subplot здесь. И x мы можем делать fixSize. FixSize, делаем размер фигуры 12 на 6. Можно сделать, да? Окей. Окей. Теперь, что мы сюда будем вводить? Да, вот мы сделали типа фигурку. Теперь нам нужно будет еще что-то расчертить. Нам нужно будет расчертить скатерплот сделать. Да? Наша функция сделает скатерплот. Мы можем сказать то, что наш вот эти variance, std и distance для каждого теперь сделаем, да? У нас есть target 1 и target 2. И, скажем, variance 1, std 1 тоже сделаем. И, упс. И distance 1. Distance 1. Его сделаем равному вот этой функции. Эта функция, вот мы сделали три переменных, это понятно здесь? Сделали три переменных, и нам эта функция как раз вернет три вот эти переменные. Мы просто сюда вставим сначала target. Target 1, да, у нас был array. И access мы вставим, вот у нас здесь из access мы ставим нулевой. Да? И то же самое сделаем для второго, для нашего второго array. Получается target 2. Здесь можно делать 2, здесь тоже 2. Здесь тоже 2. Просто здесь поменяем на 1. Кстати, кто-нибудь пробовал пользоваться вот этим и помощником здесь. Нет, пока нет. Это Пока нет. Окей. Да. я не пробовала. Окей. В принципе, давайте делаем так, делаем access. Давайте мы сюда добавим еще что добавим. Set title. Да? Title. Target 1, да? Первому добавим. Лимит добавим, давайте. Set limit. X limit. Будет от минус 10 по x и до плюс 10. Так. Единственное, он берет в себя один аргумент, поэтому возьмем это в виде списка. Так, окей. Ну, то же самое сделаем для y.
сделаем мой лимит. И давайте все это скопируем. И то же самое сделаем для второго нашего второго плота. Окей, здесь напишем target 2. И что у нас еще просили? Нам, наверное, вот эти variance, не variance, все нужно будет распечатать, да? Делаем print. И давайте сделаем вот так вот, да? 1 равно, и можно здесь ставить нам variance. Будет, ой. Распечатаем сразу variance 1 и 2, да? Через запятую. Потом, что стандартное отклонение. Что нам еще нужно было найти здесь? Для каждого набора данных определите вероятность попадания в область нарисованной окружности. Как у нас находилась вероятность? Например, у нас есть, скажем, монетка. Общее количество надо делить соответствующее, то есть удовлетворяющий точек нашего круга, то есть, да? То Нам есть нужно, да, 50. вероятность. Получается, вероятность попадания в область нарисованной окружности. Мы Да. возьмем точки, которые попали в эту окружность, мы возьмем их всех и На 50, да? поделим, Вообще да, на все количество. наши точки. Что говорите? Нас же 50 точек. А, 100, да? 50-50 это 100 будет, да? На 50 мы будем, нет, для каждого отдельно. Ага. Так, окей. Хорошо. Тогда давайте сделаем probability, да? Probability это у нас вероятность. NP sum. Мы возьмем все дистанции, да? Дистанции. Но какие дистанции мы возьмем? Те, которые в круге. По отдельности получается, да? То есть Да. синие А отдельные, какие? потом красные. Да, но какие мы сможем взять дистанции, получается, нам. Давайте попробуем пока что вот это распечатать. Посмотрим, что у нас будет. Fix I. Okay. Показать здесь. У нас такие. Ой, что у нас здесь? Почему так? Потому что здесь я написал target 1, а здесь надо было target 2 написать. Еще раз. А вот здесь. Окей. Вот у нас получилось два таких вот скатерплота. Вот они у нас стандартные отклонения. Сейчас вот он у нас кружок с радиусом стандартного отклонения. Теперь А нам можете еще нужно раз найти. кого-то вверх Да-да, мотнуть? конечно. Я могу скинуть эту часть. А, вам понятно, почему мы здесь, как мы здесь использовали функцию? Наверное, чтобы понятнее Нет, было ничего. вот этот. Так, теперь. Ну, Можете, получается, вот пожалуйста, нам еще вы. раз объяснить код? Да. Нам нужно было найти дистанцию. Каждой дистанции от центра. Центр у нас 0, 0. И чтобы дистанцию найти, получается, вот у нас есть координаты x, координаты y, мы можем найти просто гипотенузу. Получается, для каждого элемента мы находим гипотенузу. Вот у нас target 1 и target 2 – это два массива с 50 элементами, и каждый элемент имеет в себе две точки. Ну, получается, координаты x и y. Это понятно, да? Здесь. Здесь что мы сделали? Мы Дистанцию нашли по теореме Пифагора.
Да, нашли Вы хотели дистанцию. вектор? Да. Вот что вас может запутать, это вот этот AX. Да. AX это, да, мы сделали два плота. Вот эти две фигуры. X и X. Его мы вставляем сюда. Получается, здесь у нас тут две фигуры. Мы его будем использовать. Да? Теперь, когда он приходит к этой фигурке, скажем, к первой, он должен будет там наш сделать скатерплот. Каких данных? Вот с наших данных. Возьмет с таргета сначала первую колонку как x и вторую колонку как y и расчертит. Потом мы нашли стандартное отклонение, это окей. Теперь кружок. Мы говорим, нарисуй кружок с центром в середине 0,0. Радиус будет стандартное отклонение, сделай цвет красным, и пусть он не будет заполненным, закрашенным. И с помощью AddArtist мы сюда, к нашему плоту, сюда сверху, мы добавили вот эту вот фигуру, которую здесь начертили, чтобы оно у нас было где? Чтобы у нас как бы кружочек думает, окей, я начерчу, но он бы нам начертил его отдельно. А мы говорим, нет, не черти отдельно, начерти именно у нас на нашем Это получается артист, да? графике. Да, AddArtist. И это понятно, да? Вот этот X, AX, AX, он отвечает за вот эти два графика. Наверное, лучше было бы Мы вот это могли их поставить. назвать хоть как или нет, или это прям так и должно называться? А, нет, здесь можно по-другому назвать. Здесь можно по-другому назвать. Это относится к нашей функции, мы можем другое имя дать. Есть axis, это типа ось. А есть еще axis. По идее, это значит Топоры. во множественном числе axis. Но как бы здесь и вообще вот в плотах axis это значит вот такая вот фигурочка. Получается, вы, скажем, сделаете фигуру, это будет просто белый лист. И потом, чтобы на нем сделать вот эту фигуру, вы скажете access. Вот. Окей. Итак, что мы здесь сделали? Сделали кружочек, добавили его, нашли variance и говорим, верни нам variance, найди нам, верни нам стандартное отклонение и дистанцию. Окей, мы расчертили наш плот, да? Variance Ну, пусть это будет дисперсия, да? дисперсия, да. Теперь мы расчертили наш плот. И там еще сделали элемент внутри него, да? 1 и 2. Мы сказали, пусть это будет плот такой, 1 на 2. Ну и так у нас там просто две колонки получилось. Окей? И обозначили размер 12 на 6. Окей, теперь А, нам наша можете еще раз, форма. секундочку. Вот PLT subplots вы 1 и 2. Это первый график и второй график, да? Нет, один Или на нет? два делать. Нет, как бы одна строка и два графика. А. Теперь. А зачем тут А? x-axis? Что? x-axis это что? Где? Ну, переменная, да? Фиг и А? эксис. Это что? Да, это переменные. Фигура это вот вся вот эта фигура, а axis это вот первый axis и второй axis. Графики, получается. Да, и он нам, получается, сделает список с этими эксисами. У него есть, у него, он запомнит то, что у него там сколько эксисов? У него там два эксиса. И потом мы до них их будем доставать с помощью как раз индекса. Вот у нас нулевой, и вот у нас первый будет. Окей. Теперь, поскольку у нас наша функция выдает сразу три переменные. Мы их сразу здесь обозначили. Три переменные. Сюда закинули наш таргет и сюда закинули наш axis. Получается, да, мы закинули вот этот таргет
все данные и сказали то, что где рисуй, вот здесь рисуй. И то же самое сделали для второго. Здесь уже тайтлы, set x limit, ну вот мы сделали 10 на 10. 10 в ту сторону, 10 в эту сторону, от минус 10 до 10. И то же самое вверх-вниз. Делали для обоих графиков. Теперь, надеюсь, это понятно, да? Эксис 0 это что? 0 и 1. Можете Вот еще раз. смотрите, мы когда создали Axis, вот здесь, он создал нам две вот эти колонки, да? Два графика. Axis 0 это как индекс. Он придет Получается, к с первому первым графику. графиком, да, работать? Да, А Эксис с 1 это первым. со вторым. А это же не Да. имеет отношения к этому, к направлениям, например, Axis 1 Я построишь. тоже думал сначала, что это направление. Ну вот, к сожалению, они назвали это Кости. одинаковыми, почти одинаковыми именами. Поэтому, Да, да. это путает. Да, возможно, это путает, да. Ну ничего, вы попрактикуетесь, чуть-чуть пару плотов перепечатаете, и вам будет нормально. Потому что ну, сам Axis мы только говорим, когда нам нужно там, найти по строчной или по столбцам, да? И там мы пишем полностью Axis. Ну да ладно. Теперь, нам нужно найти вероятность попадания. Теперь мы возьмем, нам нужна вероятность попадания. Мы должны все вот эти точки сложить. Это то, что вы написали, потом стерли, да? Проб 1 Да. через сумму Все вот эти дистанции точки. 1. Все вот эти точки сложить, которые у нас попали в центр, и мы должны поделить их на вообще все точки. Вот сделаем probability 1. Probability 1. Ну, NP сам можем использовать, да? NP сам. Теперь вопрос такой. Как мы можем сказать ему то, что дай нам точки, которые внутри этого круга? Нулевое значение Координаты. найти. А? А, да, точно. Что Через говорите? нулевое значение, наверное, нулевое значение. Ну, вроде типа такого. Вот этот кружочек, что у нас значит? Дистанция один. Радиус. Радиус, вот. Да? А радиус у В этом нас радиус. как радиус мы же Координаты, говорим. возможно, указать. Координаты или отрезок какой-то указать чисел. То есть, Ну вот у нас есть круг, он должен быть внутри круга. дистанция. Дистанция, окей, дистанция. Кто-то сказал радиус, да? Ну да, мы возьмем дистанцию, правильно, дистанцию. Дистанцию. Distance one, да? Окей. И если мы возьмем дистанцию, он возьмет все дистанции. Но нам же все и нужны. Нам нужно сначала те, которые в кругу, поделить на все. Как мы именно доберемся до тех, которые в кругу? Где STD? STD дистанция вот здесь набрать надо, да? У нас радиус, получается, вот у нас 0 и дистанция каждой точки. И есть стандартное отклонение. Стандартное отклонение – это что? Получается, это радиус Отклонение вот этого круга будет, да? это радиус, да, окружности. Он должен, Это дистанция даже должна быть в меньше, чем пределах радиус. диаметра. Правильно. В пределах, получается, мы можем сказать меньше, чем STD1. И мы возьмем сумму всех точек, у которых дистанция меньше, чем STD1. Ну и как раз тогда выйдет false true, да? И все это дело мы что сделаем? Мы Количество точек. разделим Минус дистанции. на все точки. На Сколько у нас 50. точек там? 50. 50. Да, ну чтобы мы могли использоваться
кодом как бы лучше, мы можем сказать дистанция. Distances, distance one, length distance one, да? Это будет у нас, и давайте сразу print, может, ну, сейчас print сделаем. И то же самое сделаем для второго. Вы поделите 2, у нас будет дистанция 2. И давайте распечатаем тоже. Print. Окей. И variance тоже мы запринтим. Стандартное отклонение тоже давайте запринтим. И давайте. Здесь сделаем мастики. Давайте, может, окунуться. Еще раз запустим. Окей. Probability. Первый probability у нас 0,14. Да, получается, у нас сколько процентов? 14% шанс попасть сюда. И здесь у нас шанс попасть 0, ну, получается 8%. Окей. Стандартное отклонение. Здесь у нас 0,5. Здесь у нас 1,7. Variance. Первый вариант с дисперсией у нас 0,35, и вторая 3. Окей? Так. Есть вопросы по этому заданию? Ну, из-за того, что рандом у нас у всех немножко разные циферки, да? Да. Окей. Что нам нужно было здесь понять? Как мы можем, как пользоваться NumPy Array, мы знаем, да? И, в принципе, как дистанцию мы нашли, каждую мы знаем. Как стандартное отклонение, в принципе, легко. Вот эти, как сказать, то, как это чертить, это уже дело практики. Здесь особо думать не нужно, здесь просто нужно знать, как чертить это, да? Там, где нужно думать, это вот сама логика. Есть вопросы? Окей, тогда идем дальше. Итак, второе задание. Как вы себя чувствуете? Непонятно. Говорят, то, Нет, чтобы... Запутанно, ага. Пока нормально. Да. Вроде то, что вы объясняете, понятно, и в то же время непонятно. Ну, смешанные надо, чувства. Надо. Нет, ничего, вот вы вот такой пример, такую задачку 2 раза сами перепечатаете, вы, в принципе, поймете. А вот то, что нам Да. ниже, да, G равно CNS join grid, вот это вот. Это вот, вот этот, вот. Он показывает, сколько у нас вот в этом диапазоне. Например, в этом диапазоне самое много точек по эксису X. И вправду, если мы вот так вот пройдемся, мы насчитаем больше точек. Ну и здесь также. Окей. Окей, давайте проведем эксперимент с изучением распределения роста жителей города Бишкек. Так как мы не располагаем данными, но знаем, что распространение соответствует распределению случайной величины и подчиняется следующим критериям. Средний рост 1,71 м, стандартное отклонение 9 см.
мы сможем генерировать набор таких данных. В Рейзе есть пример, как это сделать. Вы помните? Сгенерите данные для 500 наблюдений, постройте гистограмму частот и сделайте выводы, чему равна мода. Вычислите дисперсию, вычислите вероятность встретить человека ростом от 160 до 180. Окей. Встретить вот в этом в интервале выше 90, ниже 160. Вычислить вероятность нужно будет, да? И встретить вероятность. Вычислить вероятность встретить наблюдение, которое отклоняется от среднего не более чем на одну сигму. И вычислить вероятность встретить наблюдение, которое отклоняется от среднего не более чем на 2 сигмы. Окей. Ну ладно. Давайте начнем, да? Делаем сразу мин. У нас есть среднее число, да? Мин хейт, можно сказать. У нас будет 171.2. Правильно? Стандартное отклонение у нас будет... Стандартное отклонение это у нас будет 9. Теперь, помните, у нас было здесь, где рандомно генерили? Ну, если поищите, найдете. Там было, например, мы можем вот так вот делать hits при рандомно генерить. NP NP-random, да. NP-random. random и Random, и норм. мы должны сказать random.norm. Норм. Так, сначала, мы должны указать сначала среднее наше число, да? Min-height. Потом вторым аргументом мы должны указать стандартное отклонение. И потом мы должны указать, сколько мы хотим данных, чтобы он сгенерил. 500, да? 500. Таким образом, он нам сделает numpy. Окей. Но через NP random. А, это был не вопрос, понял. Вот. Так. Теперь. Что нам нужно? Построить гистограмму частот. Ну, plt.hist нам сделает гистограмму. Сюда мы должны дать ему данные, наши heights данные, да? Heights будет правильно произноситься. Мы можем указать, сколько мы хотим наших колонок. Колонок я имею в виду вот этих колонок. Они называются на английском bins. Бинс, ну и если захотим, мы можем разукрасить края в черный. Black, да? Итак. Сделаем title. Дистрибьюция роста. И сделаем x-лейблы. У нас будет x-лейбл, это у нас будет высота. Вам сказать только в сантиметрах. Так, не забудьте в кавычки все взять. Так, и PLT while label. Мы можем сказать, как часто, да, у нас нам нужна частота. Как будет на английском частота? Полезное слово. Frequency, да, английский. Frequency. 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 Frequency, да. Полезное слово, потому что оно встречается часто. Так, plt.show. Ну, попробуем. Вот у нас дистрибьюция роста. Частота, получается, частота
того, насколько часто мы можем его встретить, да? Сколько человек например, между ростом 70 и вот, скажем, 68 и 70, или вот 68 и 69, мы можем встретить 50 человек. Например, да, у нас таких было. Ростом 70 у нас где-то 35 человек. Так, окей. Это понятно, да? Чему равна мода? У вас на графике 165 где-то. Ну да, вот 167. где-то, ну если здес 160. Окей. В общем, вот это самое длинное, это мода. Окей. Так, variance. Как мы найдем variance? Думаю, variance вы можете найти сами, да? Вычислить дисперсию. NP variance. Так, теперь вычислите вероятность встретить человека ростом от 160 до 180. И нам так нужно будет сделать 3-4 раза. Ну, 4 раза писать не будем, наверное. Делаем функцию. Давайте скажем, пусть он посчитает нам в каком-то range, да? Часть count in range. И что мы сюда должны дать? Мы сначала должны дать сами данные, и мы должны дать ему нижнее и верхнее значение. Получается, нижнее можем сказать low value, и верхнее можем сказать high, да? High value. Так, теперь. Как мы говорим, дайте вероятность встретить человека 160 до 180 ростом. Как мы найдем вероятность? Их. Ну, окей. Как? Пробуем на MP сам. Да. Получается, как здесь мы находили вероятность? Мы говорили, нам нужно вот найти. Мы ищем вероятность попадание в круг. Значит, мы ищем вероятность то, что если мы будем брать точку, если то она попадет сюда. И мы сделали как? Мы дистанцию взяли все дистанции, которые меньше нашего стандартного отклонения, и разделили это все на общую, да, дистанцию. Ну, не дистанцию, а на общее количество точек. Получается, мы узнали, сколько точек меньше, чем стандартное отклонение, или сколько точек входит в этот круг, и разделили его, в принципе, на все точки. То же самое мы сделаем здесь. Нам нужны данные, которые входят между 160 и 180. Мы их возьмем, посчитаем, сколько у нас таких точек, и все это мы разделим на количество точек, в принципе, в целом. Да? Да. Для начала давайте мы... Вот эта функция нам даст, сколько у нас точек между какими-то двумя числами. Пусть у нас будет return, и он нам дает сумму. Сумму чего? Получается, там, где наши точки Точек. меньше или равны, меньше или равны, чем, а точнее больше или равны, чем наша low value. И также одновременно оно должно быть, наша дата должна быть больше, точнее меньше, чем наша high value. Меньше или равно. Окей. Так, теперь. Это понятно? Единственное, нужно будет только здесь еще добавить скобочки. Мы говорим, он возьмет данные, да, наш numpy array с данными,
пройдется по каждому элементу и посмотрит, если этот элемент меньше какого-то числа и этот элемент еще больше какого-то числа, получается он где-то между здесь, тогда он все это суммирует и вернет нам все эти элементы. Так, окей. Теперь, что мы Ну, будем еще надо делать это дальше? поделить на всю количество. Да, давайте мы скажем total. Total у нас чему равно? Ну, длине даты. Дата. У нас здесь, правда, как мы назвали наши данные? Height. Dates. Окей. Хорошо. Теперь. И мы ищем наше probability, да? Probability от 160 до 180. 80. Можем вот так даже назвать. Лучше ложить, лучше нижний. Окей. Так. Получается, мы используем эту функцию, Total да? деленное, Мы говорим. ой, count range. Мы говорим heights, да? Вот наши данные. Мы говорим, нижний рубеж у нас какой? 160. Что 60? Самый высокий рубеж у нас? 180. 180. Он все эти данные найдет, посчитает, сколько он у нас их там штук. И мы это все поделим на что? На тотал. На total. Правильно. То же самое сделаем для каждого следующего. Так, окей. Теперь, я думаю, вы это сможете сделать. Доделать, да, сами? Сейчас дальше пройдем к следующему. У вас просто 6 минут осталось. Идти код. Вероятность выше 90. Получается, там upper limit вы можете добавить как NP infinity или NP минус infinity. Вот так, NP точка infinity. Или NP точка минус NP infinity. Можете код Окей. скинуть, пожалуйста? Окей. Теперь нам нужно узнать вероятность встретить наблюдение, которое отклоняется от среднего не более чем на одну сигму. Давайте подумаем, как это сделать. Давайте назовем это probability. Внутри, на английском говорят within one sigma. Okay. Теперь. У Давайте нас подумаем, как. сигма же это стандартное отклонение же, да? Да. Ну, получается, мы можем функцию туда ввести и как бы значение пределов просто типа ввести среднее, ой, самое среднее и минус это стандартное отклонение. Или вот. Да, хорошо. Мы возьмем эту функцию count and range. Сюда скажем наша дата heights, как всегда. Теперь мы возьмем наше среднее значение. Да? Получается, наше самое маленькое значение должно быть среднее значение, но не просто Мин среднее просто. значение. Да. Не просто среднее значение, а среднее значение минус стандартное отклонение. Да. Получается, вот у нас наше значение, да? И, как я говорил, оно будет, если у нас плюс-минус, сейчас стандартное отклонение, вот у нас 9, да? Плюс-минус 9. Мы говорим то, что он, значит, мы ищем probability, мы ищем все вот эти точки, которые у нас здесь есть, да? Здесь 50 человек, здесь 40 человек, здесь 35. От 161 до 179, да? Так как у нас стандартное отклонение 9. Это понятно? Получается, мы говорим минус 9, ну, минус STD наш. Это у нас будет наша наименьшая точка. Наш range. Вот точно так же, как здесь наш range. А верхняя
точка максимум, это будет у нас наша средняя Плюс. только теперь плюс стандартное отклонение. Потому что мы идем, мы ищем вот стандартное отклонение, мы определяем, оно у нас вот и плюс, и минус. Как вот здесь, видите, мы говорим мин минус одно стандартное отклонение, мин плюс одно стандартное отклонение. Вот вся... вам не видно сейчас, секундочку. Ну, вон тот график. Вот здесь. Вот эта вся часть, она у нас будет вот одно стандартное отклонение. И влево, и вправо считается. Получается плюс-минус 9. И мы вот можем так посчитать. Думаю, второе вы сможете посчитать тоже. Так, теперь просто у нас будет не одно стандартное отклонение, а вы можете умножить это на 2. Так, окей. Третье, что нам нужно здесь сделать? Да? Фархад, Я вас извините, что слышу. беспокою. Может, я спросить по поводу, вот знаете, там, где мы с вами начинали, мин хай, там, и вот именно начальные коды. Можете Здесь? чутка вперед сделать, Вот именно здесь? наверх? Да, вот это Это? все. Да, не смогли бы вы просто передать его, да. Просто Да, что-то почему-то у конечно. меня ошибка уходит. Не знаю Без почему. проблем. Да. А тут PLT шоу что делает? Где? Вот здесь в конце Пилки PLT шоу, шоу. да, он нам показывает. А без него он не будет показывать? Ну, нет, не будет. Хотя иногда показывает, окей. PLT шоу, по идее, если вы работаете не здесь, как бы, не в Google Collab, если вы будете работать где-то в Visual Code Studio или в каком-то другом своем, на компьютере, если у вас есть IDE, это называется, вот как Google Collab программа, там вы сможете там приближать еще больше функций у него, когда вы используете PLT Show. А здесь такого нету, хоть мы и пишем PLT Show. Так, окей. Теперь давайте быстренько пройдемся task 3, что нам нужно сделать. Мы проводим эксперимент с измерением параметров газового потока в установке. При определенном режиме газ выходит на определенное значение температуры, которую мы замеряем с помощью датчика. Окей. Для уверенности получения данных мы проводим эксперимент многократно. Мы провели 20 экспериментов и сохранили данные. Напишите, какая температура в кельвинах будет наблюдаться у газа при данном режиме в формате. Окей, вот у нас есть данные. Нам, по сути, просят найти стандартное отклонение. Да? Нас просят найти среднее число и стандартное отклонение. Мы можем сказать, в среднем температура будет такая, плюс-минус столько-то градусов. Да? Там вам нужно просто найти стандартное отклонение, найти average. Ну и перевести в Кельвин, уже там дело формулы. Окей. Теперь дальше. Многие выпускники российских школ дают по выбору ЕГЭ по профилю математики. Нам дано распределение их результата теста в виде таблицы с двумя столбцами. Все множество возможного результата мы разбили на интервалы с категориями. От 0 до 20%, от 20 до 40%, от 40 до 60%, от 60 до 80%. Окей. В таблице колонки означают 1. Номер интервала. Это у нас вот здесь есть колонка. Номер интервала. Вот они, наши интервалы от 0 до 20. Это у нас номер интервала. И вероятность попадания в данный интервал. Получается, что говорит, сгенерите множество наблюдений с категориями по заданному распределению в количестве 1000 человек. Из 1000 человек у нас есть 3%, то, что получается где-то вероятность в 3%, то, что он попадет сюда. Вероятность в 10%, то, что он попадет в эту категорию. 40%, то, что он попадет вот в эту категорию. Естественно, 35 и 12. И вы видите, вот эти все probability, они складываются в 100%. Получается в 100% вероятность. Принципе, здесь...
Я думаю, здесь, ну, попробуйте сделать, попробуйте сделать. Единственное, что я вам могу оставить, это такой вот NP, random choice. Есть такое, получается, есть такая random choice. Вы можете сделать сначала score, range, да, какие score у вас будут. И потом, скажем, такой у вас score range. И вторым элементом у вас будет, сколько всего данных вы хотите туда закинуть, получается. И, скорее всего, лекция будет. О, рекомендую книгу «Статистика и котики». Я тоже рекомендую книгу, знаете, какую? «Думай медленно, решай быстро». Это каждый должен прочитать. «Решай быстро». Это самая цитируемая книга. Да, Дэниел Канеман. Так, а можно сразу аккуратно, да? Да. BBC говорят то, что если у вас есть время прочитать одну книгу в год, пусть это будет эта книга. И еще есть книга очень прикольная «Как лгать с помощью статистики». Да. А кто автор, вы не знаете этой книги? Как лгать при помощи статистики. И есть еще вроде как еще один человек, То ли чё, который то ли дев. Том Чатфилд, есть такой еще тоже человек, который как раз рассказывает о критическом мышлении, но там все равно есть все Даррел термины, Хафф. которые мы приходим. Его зовут Даррел Хафф. Как лгать с помощью статистики. И, ладно, я уже побегу. Всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо за Спасибо. урок. До свидания. Вам спасибо. Все, Спасибо, до до свидания. свидания. Всего До доброго. свидания. До свидания. Спасибо. Пока-пока.